Едем направо, газ. Левую руку ниже. И тянем машину направо. Тяни, тяни ближе к бордюрчику. Молодец. Вот так, хорошо. Хорошо. Разгон, вторая. Не нужен тебе здесь поворот. Разгон нужен был. И вторая. Хорошо. И... Давай, давай. Ну, чуть-чуть надо было просто разогнать больше. Включай и давай троечку. Хорошо. Значит, слушать можешь, да? Выключай только поворот. То есть круговой перекресток, перекресток с круговым движением. Чаще всего это главная дорога, правильно? Правильно. При въезде на него мы обязаны пропустить всех, да? Всех, кто где? Слева. То есть потому что движение организовано против часовой стрелки. Правильно? То есть о том, что уступить, нам говорит либо знак «Уступи дорогу», да? Притормаживаем. Угу. И передача. Либо зеленая стрелка с основным красным сигналом светофора, да? То есть вот чаще начинающие водители путают то, что, мол, стрелка направо горит, да? И думают, что это только направо. На самом деле у нас такая стрелочка разрешает въезд на круг из всех трех полос. То есть надо только уступить. Так, Тима, я сейчас тебя слабо слышала из-за того, что мне надо было... А, думать про передачу, да? Да, вот это многозадачно. Про стрелочка, включай первую, стрелочка разъезжает, разрешает въезд, но уступив дорогу. Угу. Понятно. Стрелочка разрешает въезд, но уступив дорогу. То есть мы в любом случае должны все. Вторую. Уступить. Чаще всего, да, вторую. Куда мы сейчас едем? А давай пока направо. Вот, и показывай мне правый указатель. Хорошо. Дальше идем, да? Ну, пробуй повернуть, сбивать тебя не буду. Чуть притормози тут. Крайний ряд. Хорошо. Хорошо. И здесь нам надо будет перестроение. Давай, давай, давай. Зеркало левое. Зеркало левое. Долго думаешь. Угу. Выключили. Хорошо. Со стрелочкой разобрались, да? Хорошо. Если у нас будет гореть основной зеленый, да, при въезде на круг, то мы будем иметь преимущество. Машины слева будут стоять. У них тогда будет отдельный свой светофор. Второй. Если, например, помнишь, вот площадь Бангалор так построена, площадь Багушевича, если ты с мужем ездила. Бангалор, помню, Багушевич. Да. Ну, это театр мускомедии. А, все, да. Да, и очень важно при въезде на кольцо занимать правильно полосу для движения, да, то есть это 90% успеха, потому что сейчас вся разметка построена так, что, ну, чтобы мы не пересекались с другими водителями. Вот, значит, все это делается, ну, то есть полоса занимается согласно знаков направления движения, да, белые стрелки на синем фоне, либо разметки, либо схемы движения, включая первую. Но, как правило, начинающий водитель ее очень поздно видит. Ну, и знаки эти, разметку. Вторую. Поэтому, чтобы было проще, вот, просто из опыта. Правый ряд для того, чтобы поехать направо в первый съезд. Средняя полоса прямо налево. И левая полоса, если три полосы, налево и для разворота. Давай троечку. Не смотри туда. И мы развернемся на регулярном перекрестке. Да, включай поворот. Зеркало левое. Или немножко скорости машине, зеркало, поехали. И будем разворачиваться. Включай поворот. Хорошо. И притормаживаем. Значит, дальше. Въезжая на кольцо, мы поворот уже не показываем. То есть в новой редакции правил. Когда мы едем на кольцо? Да, то есть смотри, мы въезжая на кольцо не показываем. При движении по кольцу, если мы не перестраиваемся, мы тоже не показываем. Мы в пределе полосы своим движемся, да? И при съезде мы показываем правый указатель поворота. То есть мы показываем указатель только при съезде. При съезде, да. То есть мы показываем другим участникам дорожного движения, что мы покидаем. Покидаем, да. И всегда при съезде смотрим в правое зеркало. Вот в это зеркало. Да, да, да. Чтобы машины, которые справа от нас находятся, не подрезали или въезжающие под нас не въезжали.
Вот таким образом. Ну, я сейчас буду комментировать, попробуем поездить, посмотришь. Ребят, всем привет. Канал «Автоинструктор Минск». За рулем Наташа. Вот. Будем сегодня ездить круговые перекрестки, потому что, ну, пока мы их еще не ездили. Готовимся экзамен сдать, доучиваемся. Два круга будет сегодня. Площадь Радиальная в Минске, если кто знает Минск, и площадь Филимонова. Разные по устройству круговые перекрестки, но один чуть сложнее, второй чуть проще. Сегодня у нас 8 утра, машин будет много, поэтому будет интересно. Поездим с разных сторон. Вот расскажем Наташе, Наташа разберется. Ей немножко страшно. Торможу. Ну, такое всегда бывает. Вот. Ну и вам будет полезно. Так что наблюдайте. Сцепление. И притормаживаю немножечко раньше. Чуть-чуть раньше. Да, хорошо. Видишь, рисковато. Колеса перед собой. Можно даже чуть-чуть раньше остановиться. Вот, и потихонечку едем. И не спеши, самое главное, они никто не хотят тебя догнать, обогнать. Хороший старт, вторая. Хорошо. Мне кажется, я просто как-то уже лучше стала понимать. Когда поначалу я стартовала, я не особо... Осознавала? Да, ну, такое может быть. Вот здесь немножко такой толчок есть на сцепление. Чаще левое зеркало. Дистанцию смотри перед собой. Пешеходный, видишь? Да, не дергайся, просто ножку с газа убери. Посмотри справа, посмотри слева. Ну, я говорю не про зеркала, а про пешеходный. Про зеркала чуть позже. Я просто посмотрела, поэтому когда ты сказала еще раз, я уже решила, что ты про зеркала. Начинаю притормаживать. И добавляешь сцепление. Здесь хорошо. Как-то, чаще тормозишь, чем... Чем там? Да. Ну, первый включай. Здесь поток машин, то есть тут уже такая 8 утра серьезная дорога. Да, здесь больше поток машин. Там мы сначала ездим по менее оживленным дорогам. Потом, наверное, выезжаем, когда их меньше. Или... Да, но там понимаешь, в чем дело. Там даже на проспект страшно выехать. Потому что позапрещали много где ездить. Mm-hmm. И особо ничего не показать. Yes. Там оштрафуют 2 секунды. Если выедем. А тут можно спокойно ездить. Вторая. Старайся без перегазовки. То есть где-то, значит, может быть, немножко напрягаешься. Mm-hmm. Третья. Точно напряжена. Переведи взгляд в левое зеркало чаще. Вот в левое. Видишь, машина едет. Вперед смотри, притормаживай. Давай, давай, сцепление. Смена на вторую. Смотри на левые машины. Видишь, все равно стопы горят. О, девочка появилась. Да. Отпустила тормоз. Отпустила. Первая. Мужчина идет, да, с левой стороны. Да. Потихоньку катимся. Смотрим справа мужчину. Потихоньку. Справа, ну, чуть-чуть вперед. Выжми сцепление. Опять люди идут. Где? Остановись. А, все, белая же машина не спасла стала. Правое зеркало. Посмотри сейчас. На всякий случай. Очень часто вот так аварии происходят. Газком. А вот девочка еще одна идет. Ну вот такие выезжают, видишь, поехали. Ой, да, недавно. Подожди, давай. Хорошо. И вторая. Третья. Ну чуть придерживать надо в середине. То есть вот ты где-то, ну, вот я толчок, не проедешь, да, притормаживаешь. Машины бывают вот так остановились на пешеходном переходе, да? А один такой лихач хочет всех объехать. Так постоянно. Вот, и потом то справа есть... или слева, да, начинает раз и садит кого-нибудь на капот. Поэтому надо всегда смотреть в зеркало, если у тебя полоса свободна справа или слева. В случае, если видишь такую ситуацию, сразу по сигналу ударить. Ну, посигнали. Я поняла. Да. Видишь, пешеходный моргает. Можем первый включать и готовиться. Ставим ножку на газ. Сразу вторая.
нас та же площадь, вот, Запорожская, притормаживаем. Мы будем делать еще один поворот налево, который тогда прервался. Въезд. Тара. Поехали. Только вот старайся подрасслабиться, когда меняешь, потому что вот прям я, ну, чувствую, что ты напрягаешься, да. Вот, спокойно, и все, давай третью. Спокойно, все, даже на повышение. У тебя же на повышение уже хорошо получается. Там красная впереди, да? Да, не разгоняюсь. Не разгоняюсь. Хорошо, не забывай про зеркала заднего вида. Угу. Хорошо. Первое. Мы налево едем. Знаки у нас впереди висят. Не нужен нам поворот, да? Можно же из этой полосы вторую включаешь. Стрелку видишь? С красным. Видишь? Видишь, знаешь, что надо уступить, правильно? Хорошо. Перед пешеходным только вот тут встать, чтобы уже быть правильным. Единичку включай. Вон у тебя стрелочка справа, видишь? Вон. Поехали потихоньку. Выжимай, остановись. Слева смотри, нету. Поехали. Вторая. То есть одна подгазовка, и потом сразу вторая передача. Не спеши, не спеши. Правый указатель здесь. Зеркало, правый этаж. Вот ты съехала. Разгон. И третью. Не-не-не. Там нормально было. Разгоняй машину. Больше, 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 больше. Больше скорость у нас вот. Тут уже не успеем. И ровно. Хорошо. Первую здесь. Можешь, кстати, вот тут немножко подвести. Приподними сцепление чуть-чуть еще. Нормально вроде. Ну да, тут 6 секунд осталось. Сейчас поедем. Газ. Вторую. Надо больше разгонять машину. Ты не разогнала ее под горку. Ты как на обычном, ну, перекрестке. Дай ему проехать вперед. Дай, дай, дай. Дай ему проехать. Разгоняй машину. Разгоняй. Тройку. Видишь, тяжеловато машине. Тяжеловато, потому что, опять же, где-то чуть-чуть недоразогнали. Автобус под тебя перестроился, просто его немножко вперед выпустить, чтобы у вас дистанция была больше. Спеши, расслабь руки, ничего страшного не происходит. Если дистанция будет сокращаться, значит потихоньку притормаживаешь правой ногой. Без всяких сцеплений. Про зеркала не забывай. Левая, видишь, машины идут, опережают. Сзади одна за нами едет, видит, пошел немножко дальше. Да, можешь и ты ногу с газа убрать. Добавляй газ. Кольце прямо проедем. Да. Пока прямо. Не хочу с этой полосы. Могу с этой полосы. Притормаживаю. Про зеркало заднего вида не забывай. Еще притормаживаю. Добавляю сцепление.
хорошо. Первая. Вторая сразу. Вот видишь, на ровном участке этого разгона достаточно. Она и поехала спокойно. Да, стрелка горит. Не спешим. Смотрим слева. Нету, да? И едем прямо. Газ добавляем. Третью. Правый. Хорошо. И мы на светофоре повернем направо, заедем на заправку сейчас. Включай правый поворот, да. Вот так, выключаем. Включай еще раз правый. Хорошо, начинай притормаживать. Передача переключена. Ну давай, конечно, на вторую. Конечно. Медленнее, медленнее, медленнее. Хорошо. Не забываем тут про пешеходов, про велосипедистов. Едем, не тормозим, но даже. И мы налево. Хорошо, и крутим. Что, перепутала педали? Да. Ровнее. И вот девочка, видишь, впереди отъезжает. У нас бак с правой стороны, а мы подъезжаем. О. Ага. Ты никогда не была? Сейчас будем заправляться-то. Выжимай сцепление. Выжимай сцепление. Ага. Тихонько. Первую. Хорошо. Ну что? Что, пойдешь заправляться? Ну а что? Я ни разу не держала в руках этот пистолет. Пистолет? Ну, сейчас. А муж почему-то даже... Немножко вперед, еще чуть-чуть. Остановились. Ставь нейтральное. Ставь ручной тормоз. Свет выключай. Машины глуши. Погнали. Нажимаешь на кнопочку. Где? Смотри, нет, вот здесь открываешь. Нажимай, раз. Нажимай, нажимай. Вот. Тяни обратно. Против часовой стрелки откручиваешь. Против часовой. Покажем всем. Вот смотри, не так. Что, так не... Обычно здесь такая пимпочка есть, да, и вот так он вставляется. Либо вот как здесь, видишь, такие прорези, да? Да. Вот так он делается. А-а-а. И все. Теперь смотри, достаешь 95-й пистолет. Только не нажимаешь. А где вы? Вот так? Вот так, да, поднимай вверх. Хорошо, и носиком тянешь туда, несешь. Тянешь, тянешь. Тянешь. Вот так, все. Видишь, вот он встал и зафиксировался вот здесь, да? То есть все, он никуда не денется. Вообще, по правилам, многие нажимают вот здесь сразу и идут платить. Но по правилам нажимать нельзя. То есть человек должен постоянно находиться у пистолета. Вот. Поэтому смотри, ты останешься здесь, а я пойду заплачу. Да. Смотри. Подержи вот так вот. Я покажу сейчас. Вот туда вниз опусти. Вниз опусти. Вот смотри, нам надо две руки. Одной рукой нажали, да? И здесь есть вот такая собачка. Да. Зажали пальчиком собачку, и этот пальчик держим. Эти отпустили, потом отпустили собачку. Не так делаем, вот, смотри. Вот, не так, да? Нажали, держим. Это отпустили, отпустили это. Пробуй сама. Нажали. Вот, да, пальчик держим. Четыре пальчика отпустили, а потом пальчик отпустили. Все, она зафиксировалась. Все, я пойду сейчас заплачу, и оно польется. Поправилась, все. Кофе взяли. Отщелкивай. Просто четырьмя пальчиками. Нет, просто смотри, не надо. Четырьмя. Приподняла, опустила. Все, теперь достаешь. Смотри, достаешь и носик на бок. На бок носик. Не-не-не, видишь, вот все капает. Смотри. Правильно будет вот так, смотри. Достали, повернули на бок. То есть, чтобы не капало. И потом понесли. Раз, носик. И вот так поставили. На, поставь. Давай. Раз. Все, молодец. Закрывай. Это же еще не все. До щелчка. Крутим, крутим, крутим. До щелчка. Оп, все. И закрываем. Все, машина заправлена. Садись, пристегивайся. Включай экран. Нет. Ближе.
вторая, пока там красный. Вторая. Поехали. Правее меня. Хорошо. И разгоняй машину. Будем разворачиваться. Все верно. Отпускай сцепление, притормози. Отпускаешь тормоз, а потом только отпусти тормоз, а потом только отпускаешь сцепление. Крути руль. Не совсем правильно сделала. Поехали. Угу. Хорошо. И ровняй машину. Добавляй газ. И что, правый поворот? Ну давай. Тогда в серединку перестраивайся. Угу. Хорошо. То есть, смотри, ты хотела отпускать сцепление, еще не дотормозив. Тебе надо было притормозить, дотормозить, а потом уже отпустить. Едем, хорошо. Ну и смотри, у нас опять этот круговой перекресток, мы опять на нем уйдем направо. Направо, да. Ну потом займешь, смотри, там же машины припаркованные стоят, правильно? Ну, то есть тут ты никак не это, давай третью. Рано пока показывать, чуть позже покажешь. Хочешь здесь? Ну давай здесь. Давай. Хорошо, выключаем. Прямо едем. Кстати, вот смотри. Ну, вообще при въезде на круг мы не показываем, да, повороты. Но вот при повороте направо я бы все-таки, ну, указывал. Это ничего не стоит конкретно правый, что мы направо будем покидать его. Этот круговой перекресток. Это несложно. Все. Пока сцепление отпустишь, нога пускай отдохнет. Ну, как тебе тут поток? Более оживленный, но мне уже не так страшно, как было раньше. Вторую. Я раньше прям вообще эти машины боялась. Так что за этой машиной будет не видно. Как быть тогда? Едем. Ну, если он тебя прикроет, то поедем. Если не будешь ничего видеть, то остановишься. Сцепление притормозили. Видишь, он тебя прикрывает. Это вместе с ним получается. И тут разметка у нас была вот так. Ты же видишь? Да, вижу. Видишь, вот он. Да, заводит. Во. И здесь я тебе подскажу, перестроиться надо. Он левее уходит. И третья.